Я из корпорации Золтан. Мне в серверную надо. Будьте добры, кнопочку нажмите. Спасибо. Ой, простите. В прошлом году корпорации потратили 60 миллиардов на обеспечение информационной безопасности. Невероятно. В этом году будет потрачено еще 86 миллиардов. Простите, вы кто? Вас взломали. Обязательно было шоу на собеседовании устраивать? Я хотел им помочь. Житель Хиллсборо приговорен к тюремному сроку за взлом систем сельскохозяйственной компании. Ты меня подставил, между прочим. Мне нужна другая работа. Я сижу в рожке для мороженого. Выдавать себя за работника почты незаконно. А машина ваша где? Врачи велели больше ходить пешком. Да вы и так худой. Меня настиг тихий убийца. А бывает громкие? Я просто обязан стать лучше. Иначе у меня в жизни так ничего и не изменится. Берегись! Привет. Он нашел причину измениться. Прости, я на свидании не была лет 100. Какие? Только давай не поздно, дочка с дедушкой сидит. У тебя есть дочка? Тебя когда-нибудь кто-нибудь любил? Считал тебя лучшим созданием на свете? Лучше нее я никого не встречал. Агент Эймс. Пройти можно? Пока в дверь не постучалось его прошлое. Слышал о пряном пути? Кто-то украл более 1000 биткоинов. Я понятия не имею, кто там чего у вас украл. Ты забыл про свою визитную карточку, Сэм. Ты в курсе, что за ложь агенту ФБР можно получить до 5 лет? Верни биткоины, Сэм. У тебя 3 дня. Ты ведь ничего не крал. Какая разница, они уже решили, что это я. Если меня посадят, я потеряю Джози. Поговори с ней. Второй шанс. Я тебя совсем не знаю. Я не все тебе рассказал. Я был хакером. Но еще до того, как я в тебя влюбился. Надо заслужить. У меня есть дочь. Я вдова. И я много лет даже не смотрела на других мужчин. Благодаря тебе я стал лучше. И я тоже. Доставка гарантирована. Неплохо. Смотрите летом.